Всем привет! Всем привет! Вы на проекте «Стройка». Прежде чем я начну это видео, хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые писали в комментариях. И первый вопрос звучит так. Есть ли трещины у нас в стенах? Трещин тоже нигде нету. Сейчас вам покажу все углы. Скорее всего, наверное, по углам должны быть трещины. Ну, как видно, трещин нету. Можете поверить на слово. Ну, можете не поверить на слово. Но трещин пока нет. Нигде. Большая стена. Здесь еще, может быть, показать. Так, тоже ничего нету. Да, со временем, может быть, и появятся трещины. А может и не появятся. Вот угол. И тоже тут все нормально. Здесь тоже все нормально. Второй вопрос. Какая температура и влажность в доме? Температура дома 21,8 градуса, влажность 55% и на улице минус 1 градус. Третий вопрос. Почему я не стал утапливать окошки в проемах? Как видно, окошки не утапливались. Кто-то говорил, что вот в этих промежутках будет конденсат, влага, потеть будет. Как видим, ничего нет. Все сухо. С этой стороны. Сейчас еще одно окошко покажу. Второе окно. Тоже ничего нет. Если вот тут убрать, может быть. Нет, видите, да, тоже ничего нет. Ну, может быть, со временем и появится. Если появится, я скажу вам об этом. Ну, хотя было на улице уже минус 25, проблем абсолютно никаких не было. И потом здесь пойдет у нас еще утеплитель. Вот сотка вот так вот. Все закроется. Но пока проблем нет. И четвертый вопрос. Почему у меня не спрятаны трубы отопления? Потому что отопление сейчас подключено временно через старый дом. Поэтому трубы пойдут, скорее всего, через пол. Будут подключаться вот так вот уже непосредственно, чтобы не штробить стены. Поэтому вот они у нас пока так висят, как сопли. Но самое главное, что дома тепло и жить можно. Также с Артемом мы установили модульные розетки и выключатели. Да, Артем? Покажи. Вот такие вот розетки. И уже их установили с тобой, да? Вот такие розетки у нас. Вот. И установили, да, их с тобой? Покажем, да, какие у нас розетки и выключатели, да? Пойдем. Да, вот посмотрите, вот посмотрите, здесь посерединке, где у нас телевизор, стоит розетка на 4 штуки, да, модуль на 4 штучки. И по краям, вот с той стороны 3 стоит, с той стороны 3, и вот с этой стороны мы еще не успели, да, Артем, с тобой сделать? Да, одной штучки не хотела. Да, вот выключатели у нас. Выключатели.
стоим. Так, у нас еще же есть выключатели розетки, да? Угу. Пойдем покажем. Давай. Розетку. Стакан. Это стакан. Подойди, все розетки есть. Так, вот. Вот если видно. Вот такие куплены. Вот покажи. И вот эти куплены. Краники, да? Тоже все. Вот это докупили краники. Вот как много розеток у нас. Вот этот. И провод, да. И провод. Да, вот 8 штук, это все у нас пойдет. И еще один провод. Еще? Угу. Ага. Вот, 8 штук докупили полностью. Так. А мы еще, ребята, вот эту купили. Ну, простые, да. Вот, у нас их тут много, покажи. И вот эти все выключатели. Вон они купили. Да. Выключатели. И вот еще ванную комнату. Так, покажу. Вот такие специальные. Закрываются, которые. И вот это вот все. И обои, да? Обои это у нас на кухне будут. Это будет на кухне такая красивая. Вот так. Ванная какая. Да, вот такие обои будут на кухне. Еще у нас ванча. Вот так они, скорее. Вот так они идут. Вот так. Оп. Ребята. Вот. Вот такие обои будут классные на кухне. Пишите в комментариях, кому нравятся такие обои, а кому не нравятся. А мы вот, а ребята, тут убили, а на лягушку такую большую-то. Да. Это Артемка покажет уже в других влогах, да? Угу. Не в стройке, а уже в других. Так, еще смотрите, у нас есть светильнички для потолка в виде. И вот эту вот еще есть. Это лампочки, да. И вот эту вот есть. Лампочки такие. Вот. В виде розочек они у нас идут. Светильники. И вот эти еще есть. Вот, посмотрите. Вот так. И вот этот, конечно, есть. И вот этот, конечно, есть. Вот это тоже светильники. Вот они. Вот так показать, чтобы видно было. Во. Вот так. Вот такие светильники у нас, да? У нас звонит все. Ставим лайки, подписываемся на канал, да? И всем пока. И всем пока.